Депутат Сергей Черкашин ушел на защиту рубежей Отечества. Перед отправкой в зону специальной военной операции он уже прошел переподготовку и боевое слаживание. Тему продолжит Богдан Колесников. Решение об отправке в зону СВО 49-летний Сергей Черкашин принял давно. Друзья и коллеги выбор депутата поддержали. Семья тоже. Все мои предки, они воевали. Воевали за нашу родину. Дедушка с бабушкой дошли до Берлина. Меня поддерживает отец. Отца поддерживает мать. Родные и близкие, семья, супруга относятся к моему решению с пониманием. Мое решение, оно было принято давно, я еще как бы летом подал документы, но пока формировали команду, переподготовка, обучение, сейчас уже убываем. Перед отправкой Сергея Черкашина в зону боевых действий коллегу по депутатскому корпусу пришел поддержать Александр Шлопак. На нас, на самом деле, это была прежде всего неожиданность, и мы гордимся Сергеем Николаевичем, гордимся его поступком, принятым его решением. Мы ждем Сергея Николаевича обратно живым и здоровым, и через полгода ждем его на совете депутатов. Мы по нему будем скучать. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.